Подготовка к конференциям идет полным ходом. С нами еще один спикер, Илья Семенов. Илья, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, в какой сессии будете выступать и что будете обсуждать с коллегами? Буду выступать на сессии «Доступность товара». Обсуждать будем существующие вызовы в этой сфере, как их решать, какие болевые точки можно рассматривать. И, конечно же, будем разговаривать про открытость и доступность данных. А есть ли какие-то примеры кейсов, о которых вы будете разговаривать? Да, конечно, у нас есть конкретный кейс с нашим партнером «Перекресток», где мы присутствуем в программе «Имплант», и благодаря этой программе мы продвинулись вперед на значительные величины по нашим ключевым показателям. Это доступность товара на полке и в торговой точке, это уровень сервиса, это аккуратность прогнозирования. Илья, скажите, а часто ли вы принимаете участие в подобных конференциях, и вообще что ждете от сегодняшней конференции? Да, конечно, приходится. Это в том числе и часть моей работы. И в первую очередь жду от этой конференции того, что большое количество участников сможет посмотреть ее и на нашем примере сформировать подобные же проекты со своими партнерами и улучшить общую логистическую цепочку и весь supply chain. Илья, подскажите, вот на конференциях коллеги делятся опытом. Насколько вы внимательно слушаете и перенимаете что-то от коллег? Помогает ли это? Регулярно. Я считаю, что это возможность принять хорошие практики от других участников, внедрить их и не выдумывать велосипед, тем самым сэкономить и деньги, и время. Спасибо большое, Илья. Желаем вам сегодня отличного выступления и удачного диалога на конференции. Большое спасибо. Также.